результатам данного курса мы будем делать выводы. Мы, как галактический совет, будем делать выводы, как это прошло, как это воспринялось, что именно сработало, какие именно идеи мы смогли реализовать, какие ценностные векторы мы смогли посеять, какая практическая польза, насколько ее осознали участники, насколько было интересно и комфортно вести это вам. И, конечно, мы настроены на то, чтобы вы данную тематику развивали и далее, чтобы... Но этот курс, он как начальная такая ступень, как введение. И после этого введения мы будем делать свои выводы. То есть есть план на этот подпроект, как мы сказали в начале, чтобы вы его вели вот как некий вектор, что вот через вас идет эта тема, вы эту тему ведете, и либо мы инициируем какой-то следующий этап, следующий шаг, например, следующий курс или серия там информационных передач, или новую информацию оформить в текстовом формате, в книге, например, или в посланиях текстовых. Либо мы это будем инициировать, либо мы будем видеть по запросу с поля в каждый период времени, что вот есть запрос с поля, значит, мы инициируем.